Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Ну что же, у нас 22-я миссия. Я не знаю, стоит ли мне... Ага, открыть, давай, обязательно откроем. Так, монеты, гром и моряк Морган. Травница. Так, Сарашип и шаман. Шамана, кстати, можно прокачать. Даже, я бы сказал, нужно. Хватит у меня голды. Хватает. Повышаем. Замечательно. Ну что же, вот так у меня выглядит мой отрядик. Ну что, погнали. Так, давай нажмем. Через час откроется у нас этот сундук. Ну, а мы с тобой идем в бой. Он первого уровня. А какой уровень у нас, кстати? Так, у него есть молния. Сарашип, лучница. Так, и вот этот квазиморда. И у них повар. Ну, это таунт. Танк, ребята. У меня два танка, как ты видишь. И причем у меня эпический, а у него обычный засранец. Давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Парень, ты куда? На-ка. Так, лучница, тебе здесь не место. Так, секунду. Мне не нравится, что тут творится. Ёк-макарёк. Чё-то, ребята, тут меня прижучили, по ходу дела. Ух ты. Молниями бомбит. Ты посмотри на него. На, гром, выходи. Пубух. Давай, шаманчик, иди. Ну что, парень, видимо, довыпендривался, да? Ну да, судя по всему, ему кранты. Все, ему здесь уже ничего не поможет. А мы его разберем. И это прекрасно. Все, отдуплился. Хорек. Так, награды, опыт. А, у нас с тобой третий уровень, оказывается. Ну что же, продолжаем. Нам нужно получить сегодня четвертый уровень. Постараться. Так. Подожди, это арена у меня была? Я, видимо, не туда пошел, да, ребята? Я пошел за сундуками на арену. Вот же у нас. Так, тихо. Получаем 20 гемов и получаем сундук. Вау. Так, голдишка. Гром. Алхимик. Грута. Опа, Локи. Кто ты такой, а? Локи. Мне интересно посмотреть, кто такой Локи, друзья мои. Ага. Это у нас воин. Можно повысить уровень. Ну, если честно, то у меня есть намного сильнее юнит. Сейчас я тебе его... Погоди-ка. Охотник за головами. У меня есть эпический, оказывается. А я и не знал. Так, вот, друзья мои. Это у нас моряк Морган. Но вот стоит ли его брать? Слишком дорогое у меня все удовольствие. Ты посмотри, юниты очень дорогущие. Поехали. Так, Самартайк. Самартайк какой-то. Ага, у него этот бизон. У него лучники. Я вообще не знаю, ребята, лучники, мне кажется, здесь уже просто не актуальны. Сейчас посмотрим на нашего эпического стрелка. Нужно только его выбрать. Шаман, хорош тут буянить. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это уже посмотрим. Ух ты! Ну-ка. Ты смотри, что он сделал, а? Он меня перехитрил, друзья мои. Так. Выходи. Блин. Он шамана позвал, да? А я шамана убрал. К сожалению. Гром, ты здесь нам пригодишься. Ты смотри, блин, а? Что творит? Ну-ка, выходи. Так, минус. Ты посмотри, а, что делает? Замедляшку еще врубает. Ну-ка, поваренок.
Точнее, это Барт. Это Барт у нас какой-то. Ну ты будешь гром бросать свои эти штуки, вот. Замечательно. А, у него тоже, оказывается, гром. Почему мы замедленные, а он нет? Ха-ха, он промахнулся. Он думал, что он поджарит мне всех. Но не тут-то было, ребята. А теперь я вызываю своего эпического стрелка. На-ка. Ну, я думаю, что здесь мы победим. Бросайте. Стоят, лыбятся. Прекрасно. Вызываем с тобой еще воина. Все, по-моему, он сдулся, друзья. Щегол. Будет знать, на кого наезжать, верно? На тебе, балалайки по сусалу. Вот и все. Стрелок мне понравился, ребята. Так, монетка всего 11. 20 опыта. С. Травница. Травница, ребята, это хилерша. Я думаю, вы так, наверное, знаете, и без меня. Так, у нас с вами какой-то R, там 777, короче, это не важно. Опа, у него тоже есть пиратка. И это, видимо, какая-то убийца, вон она, видишь, с двумя клинками. Судя по всему, она, наверное, очень быстрая и шустрая. Наверное, я так подозреваю, ребят. Пока не будем, наверное, с тобой активировать. Давай я вызову лучше грома. Алхимик бежит, смотри, что он будет делать, а? Опа. Всех на прожарочку, да? Так, а у него, по-моему, не было, да? Никакой магии. По-моему, не было. Ух ты, это кто такой, ребята? Ракетчик какой-то, смотри. Так, мне нужен срочно стрелок. Срочно просто. Давай. Стреляй ты, господи. Сейчас мы уничтожим их всех. Этот алхимик, это фигня полная. Он даже не добежал. За Сири. Ну. Я так и знал, что этот буйвол фигня полная. У него нет заклинаний, поэтому, ребята, он и фейлится. Причем фейлится очень хорошо. Ты сам видишь, это прекрасно. Все, мы тут прижучили. Когда этот стрелок стоит и бомбит, а его еще нечем подбить, то это просто имба. А вот он вызвал пиратку. Я умоляю. Деревянный сундук. Опыт. Так, скорпион. И опять же С. Сарашип. Ну, из-за Сарашип, ребята, я не думаю, что она нам нужна. Эта копейщица, она уже просто устарела. Морально и физически. Поэтому вот здесь, кстати, уже, ребят, посерьезнее. Здесь есть молния, здесь шаман. Хм. Да, тут вот... Тут будет беда. Если честно. Так, подожди, это я не хочу использовать. Вот так сделаем. Он, наверное, не ожидал, да, что у меня два таунта. На. Надо было шамана валить. Вот тут я лопухнулся, ребята. Ладно, фиг с ним. У него, наверное, молния есть 100%, да? Вот проверим. Тыдыч. Шамана вали, вали шамана, говорю. Ничего себе, он молнию куда потратил. Стоп, ребят, сейчас нас, по-моему, тут пригвоздят. Успел вызвать танка. Успел я вызвать танкулю. Еще давай вызовем. Оглушили, прикинь. Так, минус шаман. Надо скорпиона позвать. Он своим жалом пробивает сразу несколько воинов, юнитов. Он, наверное, ждет молнию. Ждет и не дождется ее, да? Я вижу по его глазкам хитрым. Фиг тебе, а не молния. Еще стрелок. Вот зря, конечно, они здесь оба стоят.
Хотя... Все ему, по-моему, ребята, кранты. Секи. Да-да-да, секи сейчас мы накроем. Все, ребята. Ползунок. Так, монеты. Ну, понятно, опыт. И С. Что-то мало как-то нам. Так, а сундук? Дайте мне сундук, который я заслужил, эй. Зашибись. Нифига себе. 7, 5, 5, 5, 5, 6 уровень. Это серьезная, друзья мои, заявочка. Йоэль. Что это за никнейм такой? Йоэль. Кто, интересно, лучше, этот или вот этот? Шаман, вали отсюда. Блин. Так, нам нужен луч, стрелок. Тыщ, минус пушка. Сжег все-таки, да? Погнали. Так, тебя тут только, блин, не хватало. Нужен гром. Да ёпрста, опять шамана позвал, а? Замечательно. Давай, гром, бомби. Скорпиона вызываем. Слушай, этот аркетчик меня уже достал. Надо его уничтожать. Минус. Сейчас, подожди секунду. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Так, минус шаманов этих. Надо валить их. Слушай, у него защита стоит какая-то. Вот даже как оно, да? Смотри, что творит. Огнем полыхнул именно сюда, в толпу. Опять? Сносим давай, отлично. Танкуля, пошли, 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 пошли быстрее. Пока до нас тут не добрались. Давай, 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 идем, идем, в наступление. Не добежал, извини. Ай. Вот именно что, ай. На. Да все, тебе крышка, парень. Не сейчас. Ну, конечно, не сейчас. Именно сейчас. Все, ребята. Он сфейлился. Прекрасно. Монетки. Так, опыт. Мясник. Гроза. Опять Сарашип. Грута. Ассасин. Слушай, ассасин синий. Это редкая карта получается, да? Это редкая карта. Хм. Кстати, ребята, где у меня клан? А вот он, мой клан. Называется он Легендарный. Как видишь, пока здесь никого еще нету. Я один из 30 доскальеров. Ух. Я на сотом месте вообще, в самом низу. На дне. Копошусь пока. Слушай, может быть, вот этого чувачка проверить взять? Блин, у меня слишком много... Ладно, пока сгодится. Можно, кстати, молнию взять. О, огня сколько, ребята? Атака 462. А если сравнить с молнией? О, молния слабая. Лучше оставим огонь. Может быть, шамана нам взять? Ассасин. Сколько у него? Ой, нет. Не будем брать ассасина, пока можно, конечно, вместо взять вместо скорпиона. А вместо скорпиона лучше, наверное, взять шамана. Вот что я тебе скажу. Вот так вот. Это будет, наверное, эффективней, как по мне. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой еще один сундучок заберем. Тут первую... А... Уровень 1.1.1. А, это я вот что смотрел, 6.6.6. Это, ребята, эликсир. Сколько требуется эликсира? Что-то я вообще попутал.
эликсир вместе с этим, с уровнем. Шаман, пошел сюда. Так, этот Ози мелкий бежит. А мы вызовем нашего шамана. Так, мясник минус. Вызываем грома. Пока все идет отлично. Так, давай, бард. С такой балалайкой, сломанные струны. Идет на передовую. Но тут победа. Ты смотри, что мы тут вытворяем. Этот чувак, конечно, крутой, да? И ружбайка у него офигенная. Такая и ружбайка одновременно, и топор. Типа это штык-нож. Все, выиграли. Так, получили опыта. Получили кубки. Продолжить? Конечно же, ребята, будем продолжать. Забьем с тобой все ячейки. А потом уже пойдем на основную компашку. Так, здесь опять же ничего сложного нету. Гром, мясник. Все дела. Он почему-то не стал использовать молнию. Не знаю почему. На-ка. Пидыщ. Давай еще вызовем танкулю. Так, шаман очень быстро двигается. Не успел. Сейчас мы ему тут такую взбучку дадим. Смотри. Пидыч. Ну все, тут однозначно победа, ребят. Все. Накрыли медным тазом их. Блин, сколько мне нужно еще, извини меня, получить этих медалек для того, чтобы перейти на четвертый уровень? Я что-то думал, что мы на пятый пойдем с тобой. Ну что, 26-я миссия, поехали. Так, второй уровень. Третий. Второй и второй. А у нас только гром пятого уровня, да, получается? Только лишь гром, друзья мои, пятого уровня. Но он бомбит не кисло. Причем у него массовая атака. Я думаю, ты это и так заметил без меня. Так, хлыщ бежит. Ну-ка, будет тратить он магию. Да 100% будет. Вот так вот поджарим мы их там. Так, нам нужно, наверное, вызвать танка еще одного. Пускай идет. Такой чувак побит. Так, ассасинка бежит, ребят. Надо вызывать грома. Блин, этот хлыщ очень быстро выносит наших танков. Вот что я заметил. Угу. Так, давай еще одного барда вызовем. Бросай. Бубух. Всех там накрываем. И давай вызовем вот этого нашего стрелка. Он фиолетовый, эпический, ребята. Ну, вы сами видите, да? Это у нас Dark Boy. Все, ему крышка этому Dark Boy. Все, лежит и отдыхает. Так, 20 опыта. Слушай, мы уровень, по-моему, получили. О, дикарка. Мне наконец-то дали, друзья мои, дикарку. Да, уровень повышен. То есть, получается, 95 хп и 20 гемов. Замечательно. Так, а зачем загрузку эту делать? Я не знаю, для чего. Ого. Третьего уровня, да? Этот у нас скорпион второго уровня. У него опять здесь этот базука. В бой. У него есть вот этот, ребята, ракетчик. Он меня раздражает почему-то, я не знаю, ребята. Этот ракетчик, он бомбит. Снаряд еще отталкивает нашего юнита. Вот этот тот чувак, он хороший, потому что он делает защиту, ребят. Ух, не вышел мой фокус, к сожалению. Ну-ка, шаман, давай. Он будет тратить молнию? Блин, вот видишь, о чем я говорил? Бесит меня этот ракетчик.
Он отталкивает, видишь, юнитов. Ну-ка. Лишь бы он молнию не принял. Или что там у него есть. Да, как-то тут. Ну-ка, стреляем. Он стреляет в самого дальнего, я так понял, да? На. Все там взорвалось, кидри, ни фени у него. Фокус не сработал, получается, да? Ага. Минус пушка. Ну, ты сам видишь. М84 отдупляется. В легкую. Деревянный сундук. И в нем... Слушай, я думаю, что мы сегодня с тобой возьмем золотой сундук. Кстати, чувак 4 уровня. И он прокачан практически как я. Даже, ну да, гром тоже... А, у него гром даже 6 уровня, а у меня-то 5. Ну окей, допустим. Шамана надо убрать. Нечего ему здесь делать. Так, будет он сейчас... Ах ты, жук, ты посмотри, у него что, на автомате, что ли, это срабатывает? Я не понял. Как он так сделал? Ну-ка, гром, давай, стреляй. Тоже вызвал грома. Так, нам, ребята... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Беда подкралась. Смотри-ка, у него тоже, ребята, 2 танка, блин. Что-то мне это совсем не нравится. Шаман, давай. У него гром будет посильнее. Как? Как он это сделал сейчас? Друзья мои, как он это сейчас сделал? Как он уничтожил мне почти всех? Я не понял. Нет, не будем пока. Огнем, что ли, ты хочешь сказать? Да, ну быть такого не может. Хотя, почему не может? Все может быть. Почему его юниты моих отталкивают? Мои почему-то не могут. А, нет, отталкивают. Так, смотри-ка, тут пиратка еще бежит. Добегалась. Фух. Кажется, справился. Уже думал, что все, ребят, нам кранты. Ну, вроде бы как выровнялись. Так, секундочку, секундочку. Давай стрелка возьмем. Наказали. Отлично. Так, минус гром. Все, ребята, мы добрались до хозяина монстров. И уже, как говорится, не даем ему шансов. Ни одного шанса, ребята. Просто прижучиваем его. Он использовал последнюю попытку на пламя. Ну, флаг тебе в руки. Так, 160 монет. Так, опять моряк Морган. И охотница. Плюс Грутта. Элект... Нет, это не та пушка, ребят, которая у него. У него какая-то со снарядами. Так, ну что, 29-я миссия. Второй уровень, 4-й. Ух ты, у него пламя 2-го уровня, ребята. Пламя 2-го уровня. Хотя он сам 3-го уровня. Где же ты пламя-то накопил, а? Браток, скажи-ка мне на милость. N1990. Ох, ты серьезно? Так, ребят, тут надо быть аккуратным. Этот чувак у него есть, как и у меня. Вот она, это все-таки электропушка, по-моему. Дай-ка я шамана возьму. Смотри, как он так быстро реагирует. Вот я не могу этого понять. Как он быстро так реагирует, то, что я его вызываю. Объясни мне, пожалуйста, на милость. Слушай, этот минотавр уже запарил. Что это такое? У него что, 2? У него и такая, что ли, магия? Ты посмотри, как он разбирается с танками. Вот этот воин. Ну-ка, давай нафиг валить их всех тут. Блин. А вот это плохо.
Мне нужно что? А что мне нужно-то? Мне нужен танк, ребята. Этого ханурика надо валить. Пламя, пламя, пламя. Вот так вот. Захотел халявки, а? Да что ты будешь делать-то, а? Слушай, у него пламя офигенно жарит. По-моему, нам крышка, ребята. У меня ни одного танка не осталось. Грут мне здесь не поможет, да? Смотри, что делает. Молнии, и это у него есть, и то. Все, мне, по-моему, кобздарики, ребята. Ну, что значит получи больше? Не надо мне, вот это вот я нажал уже. Нет, ребят, я все равно пройду этот уровень. Тот же самый противник дан, да? Минотавр. Против танков. Против танков. У него танков-то по большому счету. Давай-ка я возьму тоже вот этого чувачка, да? Ракетчика. Так, подожди секунду, надо выйти, закрыть. Что-то меня напрягает. Вот это он же, да? Да, это он, ребят. Это он. Слушай, подожди, а у кого тут больше хп? Здоровье 1600. Тут 2600. Но у этого броня идет. Твою наливаю, лишь бы не прогадать. Лишь бы не прогадать, друзья мои. Так, 14 гемов, может быть, потратим с тобой? Вдруг что-нибудь у нас прапается. Монеты. Скорпион. Дикарка. Сарашип. И опять же группа. Статик. Что еще за статик? Сколько ты открыл? 48, я открою его сейчас. 19 монет. Опять скорпион. Гром. Достала меня эта дикарка. Шаман. И ассасин. Что-то как-то, блин. Ладно, фиг с ним. Нет, ребят, я не угомонюсь. Я должен его... Блин, надо было минотавра, наверное, взять. Хотя... Или надо было все-таки. Ну-ка, давай поп... Блин! Совсем забыл, что он в первую очередь... Нати! Ага. Выкусили. Так, сейчас мы с тобой кое-что сделаем. Стреляй. Так, ну главное подбили. Главное мы с тобой подбили. Так, вызываем танка. Видишь, как только он увидел, что я вызвал танка, он вызывает этого хламона. А этот хламон разбирает очень быстро. Достал ты со своими молниями, блин. Я забыл, что у него две, ребята. Смотри, как мы бомбим. Ну-ка, ракета, давай. Ага. Чего? Не нравится, да? Видишь, он вешает на себя защиту, ребят. Так. А как он так быстро его, извини меня, опять взял? Хотя я уже понял, как он его взял быстро так. Давай тоже подсобим. Эй-э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 й. Успеем? Дерьмо какое-то, а? Куда ты ударил, блин? Куда ты ударил своей вшивой, паршивой молнией? Все, ребят, ну тут расписали меня. Я хотел подбить обоих, а он в серединку ударил и даже никого, ребята, здесь не задел. Переиграть. Вот этот меня бесит. И вот тут то, что я лопухнулся. Вначале надо было, естественно, взять огонь и вот так вот делать. Так, дальше. Поехали. Естественно, у него пламя, молния. Не забываем об этом. Вот он, потратил. И у него тоже эта вонючая ракета. Ну-ка. У него молния еще, не забываем об этом. Ты, блин, сейчас серьезно? Ну-ка. Да бросай ты в бочку.
Не, ребят, ну это вообще никуда не годится. Не-а. Без второго танка здесь, по-моему, мне делать нечего. Все намного хуже получается. Кто, интересно, может этого Минотавра наказать, а? Причем быстро и легко. Он там уже второго, прикинь, вызвал. Так, секунду. Я сейчас возьму, попробую. Слушай, у меня вместо Минотавра можно взять, знаешь, кого? Сейчас, смотри внимательно. Мы возьмем с тобой вот. Вот этого дядю. И поставим его вместо шамана. Давай попробуем. Я этого моряка еще не брал, ребята. Я даже не знаю, что он делает. Но мне кажется, он типа Минотавра должен быть. Только у него 5 уровень. И он из обычных, а этот все-таки редкий. Давай проверим, что он из себя представляет. Кто тут круче будет? Так, допустим. Ну, пират держит удары. Держит, ребята, он удар, пират-то. Ага, пламенем. Сыканул, да? Сразу же видно. Давай еще раз вызовем пиратика. Стрелок. У него молния, не забывайте, есть еще. Применил, да, он ее? Ну, вроде бы все. Все получается, ребят. Все, сразу же наложил штанишки. Ну, вот теперь почувствую ярость мою всю, гнева. На себе, хлыщ. Вот так-то. Я говорил, пройду. Значит, пройду. Охотница, так, Грутта. Ну что, остается еще одну миссию пройти, и мы с тобой... Подожди-ка, что у нас тут? Опа, сундук. Монетки. Скорпион. Алхимик. Моряк Морган. И ассасин. Так, подожди, а тут же еще где-то у нас должна быть анчивка. Вроде бы две было. О, 200 монет. Так, выиграйте сражение с тремя эпическими героями в своей колоде. С тремя эпическими героями в своей колоде. А у меня сколько? Раз, два. Угу. Понял. Нужно взять еще одного эпика. Морган, ты уж извини. Я возьму вот так вот. Погнали. 30 уровень, ребята. Тоже у него три таунта. Шаман, гром и молния. В принципе, я не знаю, ребята. У меня гром и шокер. Давай проверим, протестим. У него молния есть или нет? Что-то как-то опять не посмотрел. Так, отталкиваем, отлично. Еще двоих зажарим, малька. Так, нам, блин, нам стрелок нужен срочно, ребята. Тьф, минус шаман. Смотри, что вытворяет, а? А стрелок что, не бомбит больше ни по кому? Только по дальним целям? Так и есть, ребят, только дальние цели уничтожает. Мы тут одни против троих. Гром, помогай. Угу. Ракета. Ну вот, пошла расколбасочка. Вызываем еще одного танка. Да ёк-макарёк. Давай, стрелок. Вжаривай. По красоте. Балалайки, булавы только в сторону летят. Ну что, доберемся? Серьезно? Двоих, прикинь, двоих зажарил. Ну ему крышка, все, ребята. Врача! Нет, парень, тебе уже никакой врач не поможет.
В реанимацию его, пожалуйста, увозите. Вот как-то так. Монеты. Так, 20 опыта. Гром прокачивается. Дикарка. Алхимик. Грута. И электропушка. Здесь, значит, мы прокачиваем грома. До какого? До 6 уровня, получается. Да погоди ты, куда ты меня выкидываешь-то? Вот. 300 монет сверху. Так, Гром, ты где? Вот он. Прокачка. На 10 уровне, ребята, он получит возможность. После смерти взрывается и наносит урон врагам вокруг. А на 34-м 50% урона против замедленных врагов. А как интересно ему повышать звездность. Вот это вот. Интересный вопросик, да? Получить. Получить за просмотр рекламы. Но это можно все за кадром, в принципе, сделать. Не терпится, хочу открыть, ребят. Так, травница. Ой, ладно, фиг с ним, давай попробуем. Ох ты, смотри, какой у него, ребята. Гоблин, а это кто? Что это за странные существа такие? Ну, они обычные. Это какой-то эльф, видимо, ассасин. А это гоблин с тесаками с какими-то. Сейчас проверим. Что я делаю? Скажи, что я сейчас делал? Нормально. Нет, не нормально. Хотя, смотри, идет. Воу-воу-воу-воу. Ты потише там. Кто это такой? Это ассасин какой-то, ребят. Даже ничего не успел сделать. Хотел там, но... Кто вот это такой? Тоже какой-то шнырюга, ребята, полный, блин. С полтычка ему его разбомбили. Сара Шип вообще здесь не котируется. Вообще никак. Ну, ты сам видишь, да, что... А, вот он что, он бросает, ребята, свои вот эти вот сюрикены. А мы вот так тогда сделаем. Ах ты, гаденыш. Все-таки держал молнию, да, до последнего. Не хотел тратить. Но тогда мы его так забомбим. Слушай, неплохая, кстати, вот эта штука. То, что она наносит урон, плюс еще отталкивает. Это круто. Всего тут наполучали и кубков, и опыта. Давай забьем с тобой все ячейки. Так, здесь уровень первый, уровень первый, уровень первый. Всего лишь 4 юнита. Даже никакого заклинания он не взял с собой. Странно. Очень странно. Так, ну скорпиона-то накажем мы. Еще попасть бы надо было. Минус скорб. Так, гром идет. Гром идет, земля трясется, да? Начинается, короче. Он вон и... это как, Грута, да? По-моему, Грута ее величать. Все, отдуплилась, Груточка. Мне нужно взять стрелка. Начнем бомбить. У него заклинаний нету, поэтому ему уже крышка. Это заведомо, ребята, ясно. Ну, ты видишь, какая тут прекрасная армия у меня идет. Что он тут сделает? Да уже ничего. Вообще ничего не может. Не успевает просто элементарно. Как и я в свое время. Поэтому уничтожаем. Так, по чуть-чуть, ребята, с вами и набьем уровень. Ну что, еще один поединочек и забьем с тобой полностью все ячейки. А вот здесь у него есть молния. Так, опять этот Ози маленький прыщ, который все время елозит и мешает. Погнали. Не забываем, что есть молния. Опа. Так, стопэ. Шамана убираем. Да он достанет вот этими своими мелкими хлыщами. Погнали.
Вот в защите это, конечно, круто, ребята, что он делает вот этот вот щит перед собой. Он просто непробиваемым становится. На, выкуси, как говорится. Ну и все, по ходу дела. Доигрался. Бомж на скрипке, да? Мы жучим, просто жучим капитально его там. Сейчас стрелка еще возьмем. На, под дых пулей. Все, ребята. Еще чуть-чуть прибавилось к уровню. Как-то вот так вот. Ну что, у нас тут до сороковочки, да? А дальше-то что? Дальше все? Ничего нету? Интересно, что, сороковой уровень это предел? Вряд ли. Ну что, друзья мои, мы с вами на этой ноте, пожалуй, будем заканчивать эту серию. Обязательно продолжим, но уже в следующий раз. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.